Сотрудники «Алроса» в вахтовом поселке Накын отмечают производственные успехи спортивными состязаниями. По случаю старта газификации Накынской площадки в спортивном зале поселка в волейболе соревновались команда управления алмазной компании и сборная Мирненско-Нюрбинского ГОКа. Победу в воздушной схватке одержали хозяева поля. Спорт как бы дисциплинирует любого человека. Во-первых, вот человек приходит, и здесь вот помимо работы, когда человек приходит, что делать? И такой спортзал как раз вот люди приходят, те, которые еще не полностью свои эмоции выкинули. А вот в матче по баскетболу впереди оказались спортсмены управления «Алроса». Они победили с разгромным счетом 9-0 в пользу гостей. Лучшим игроком матча по количеству забитых мячей судьи признали заместителя генерального директора «Алроса» Марата Айгистова. По итогам встречи участники получили заслуженные кубки и медали.